В общем-то, музей – это, наверное, особый остров. Это все равно некое пространство, которое существует вне жизни. Она где-то вот за обычной жизнью, она где-то за стенами остается. А здесь, ну, свой мир, свои чудеса, своя красота. Когда ты переступаешь этот порог, ты вот ощущаешь, что это мир, ну, волшебный, он не такой, он необычный. Может быть, он выдуманный, может быть, это мир ушедший, который мы сакрализируем, да, то есть нам, когда мы смотрим на старинные наряды, предметы, мы говорим, какая была красивая жизнь, наверное, тогда все было идеально, вот это была там полная гармония. Ну, так же, как наше отношение к будущему, когда мы думаем, что вот, наконец, наступит завтра, да, и все будет замечательно, светлое будущее придет. Поэтому здесь особое ощущение и особая радость. И очень часто вот люди, приходя на работу, они потом остаются здесь на всю жизнь. Даже попробовав куда-то уйти, они потом возвращаются, может быть, не справившись с внешним миром, с обыденностью, может быть, с однообразием и серостью какой-то такой вот жизни, которая возникает за порогами музея. Ты ее тогда подними, я сейчас вот эту продвину, слышишь? Подожди, нам же нужно, чтобы... Ага, вот так, ставь. Все. Финиталия комедия. Приходит художник, он дает концепцию, а я потом уже воплощаю. Довожу до полного совершенства, до окончательного ума. В школе работал, и на станции вагон разгружал, и экскурсоводом работал, в бюро экскурсионном. Попробую разные варианты. Сейчас как рабочий оформитель в том числе. А еще? Ну, я экскурсии вожу, лекции читаю. Немножко ранним средневековьем занимаюсь, историей археологии, исследованием нашего края. Кто хочет позировать. И вдруг эта девочка там за ней тоже хотела. Она говорит, нет, я хочу. Она такая в очках. Я говорю, только очки придется снять. Вот. Но она сняла и очень стояла упорно. Даже, ну, правда, я перерывчик сделал. Я чувствую, все-таки она устала. А вообще выстояла хорошо. И молодец. Вот за один раз, ну, конечно, до конца образ нельзя сделать. А так всегда ищешь какой-то характер этого человека, и его немножко утрируешь, и усиливаешь, и за счет этого, чтобы был человек узнаваемый. С Бардыгином я же получилось как? Я подходил уже к тому, что вот надо такой вот образ того времени сделать основателя города. Вот. Много книг у меня, все фотографии, смотрел, все. И у него очень характерное лицо, и борода, все. Главное, чтобы не перейти в Деда Мороза, как говорят. Я думаю, что
там все схвачено, удачно схвачено. Тучный такой человек, потом специфическая у него одежда, мы же сюда приезжали, смотрели его камзол, смотрели эту треуголку. Она же треуголка какая-то средняя между французской и там какой-то еще, вот, она же конфигурация ее очень странная. И на голове я не представляю, как они ее носили даже. А эта скульптура, кстати, советская. Это вот как раз память жителей о Никифоре Михайловиче Бардыгине. Это уже там 80-е годы, наверное. Я помню фамилию резчика Макаркина. Тут он еще ордена напридумывал ему. То есть он, видимо, по книге, вот, которая у нас издана с фотографиями, но он ему тут сам напридумывал ленты всякие, которых не было, конечно. Самый яркий период в жизни Егоревска, когда он активно строится, появляются самоузнаваемые объекты, храмы, монастырь, парки, связан с именем городского головы Никифора Михайловича Бардыгина. Он был сыном крестьянина, затем мелкого лавочника в Егорьевске, и благодаря своей амбициозности, энергичности, предприимчивости сначала стал достаточно богатым текстильным фабрикантом, уважаемым фабрикантом, и в 1972 году был избран городским головой и оставался на этом посту до самой смерти. До сих пор уважение к нему не угасает. Его многие жители называют отцом города, несмотря на определенные отношения в 20-м столетии. Как только появилась возможность возвращения памяти, то есть сразу появляются там бардыгинские магазины в городе. Вот эта вот память об этом великом для нашего города человеке, она продолжает жить. И его сын, получив в наследство очень уважаемое имя в городе, солидные капиталы, вложил их в дальнейшее развитие Егорьевска. Прекрасная музейная коллекция в нашем городе появилась благодаря Михаилу Никифоровичу Бардыгину, его большой семье. У нас хранится его юношеский дневник, в котором он в возрасте 20 лет очень часто размышляет о том, какое влияние оказывает на него отец, благотворное. Там у нас всего 4 месяца дневник идет. Но самый главный конфликт в том, что Михаил Никифорович очень хочет жениться, а отец очень тянет с этим вопросом и никак не найдет ему подходящую невесту. И он то на него ругается, а то как бы говорит: ладно, я буду полагаться на волю отца, потому что все равно, ну, как бы тут не угадаешь, ну и на волю Божью. У нас дневник обрывается в январе, по-моему, и он там уже пытается, уже наводит как бы прям такие близкие отношения с одной из семьи Орехово-Зуевского купца. А уже в июле он женится на Глафире Васильевне Постниковой, с которой прожил всю жизнь, с которой вот родил 9 детей. И, видимо, брак был очень удачным. Конечно, этот дневник над этим очень интересен, размышлениями о том, как вообще выбирать невесту, что она должна быть здоровой в первую очередь, как насмотреть там на ее внешность, оценивать. Но и не только здоровой, что она должна быть спокойной, что женщина должна быть рассудительной, распорядительной, хорошей хозяйкой в первую очередь. И что без женитьбы он, в принципе, себе жизни не видит, понимает, какая важная роль в семье энергичного человека, фабриканта, отводится семье. Да, что как вот семья, куда придешь, а тебя дома встречает, как вот хозяйка, умница, распорядительница, и что важно брать не капиталы, а именно спокойную, хорошую девушку. Нельзя эту историю воспринимать без какого-то такого прям сопереживания и волнения, потому что большая и крепкая семья полностью разрушилась, и уже после революции и собраться вместе, и даже узнать судьбу детей, братьев, сестер было невозможно. Сам Михаил Никифорович с супругой Глафирой, с одной из дочерей, эмигрировал в Ниццу. Некоторые сыновей стали деятелями Белого движения. Вот Василий Михайлович Бардыгин был выслан на философском пароходе. Дочери вышли замуж за иностранцев, и их следы мы до сих пор не нашли. И лишь один из сыновей остался в России, поскольку проходил службу в рядах Красной Армии, когда демобилизовался, уже не смог выехать. И в 28-м году он был арестован, отбывал наказание в Соловецком лагере особого назначения 5 лет. А после Великой Отечественной войны вновь в 1951 году уже отбывал наказание в Красноярске на поселении.
советское время появился колоссальный разрыв почти на столетие, когда семья вдруг она вот полностью стирается из истории Егорьевск, и только в конце 90-х годов начинает открываться вот страницы того, что с ними происходило и в 20 веке, и того, что они там какой вклад внесли в 19-м начале 20-го столетия. Одним из таких проектов было создание механико-электротехнического училища, на которое Михаил Бардыгин выделил колоссальные средства и полностью профинансировал строительство настоящего прям городка учебного, нескольких зданий, учебного корпуса, жилых, парка. Полностью их обустроил, придумал программу, пригласил преподавателей и затем там выделял средства на стипендии лучшим студентам. Был конкурс, это не то, чтобы там набирали где-то детей, был конкурсный отбор, обучение было платным, и уровень образования действительно оказался весьма высоким. И очень это училище считалось одним из лучших подобного профиля в России на тот момент. Кроме того, вот электротехника — это была очень перспективная специальность. Только-только появлялось электричество, входило в жизнь, и это было очень передовое дело. И мальчики, которые получили, ну, юноши, которые получили это образование, автоматически получали очень востребованную профессию, знали, что они всегда будут востребованы. Ну и вся эта электрификация — это в том числе дело рук, наверное, наших выпускников, в смысле выпускников механико-электротехнического училища, и устроения зданий новых, и вообще советских производств на становление именно. Одним из таких именно благотворительных проектов Бардыгиных было создание музея. То есть он пополнялся не как частное собрание, да, по определенным вкусам, а именно как ценная вот, историко-археологическая коллекция, бытовая коллекция для возвышения города в культурном отношении. Планировалось, что будут приезжать гости из разных городов, что сами егорьевцы будут знакомиться с этой коллекцией. И вся семья Бардыгиных отдалась к этому коллекционированию. Было собрано более 10 тысяч предметов. И это декоративно-прикладное искусство и живопись собраны со всей страны. Часть вещей приехали из зарубежных поездок. И представляют они время от середины 17 и до начала 20 века. В отношении декоративно-прикладного искусства это самые известные промыслы и производства и предметы из самых разных материалов. В экспозиции было принято решение идти именно от материала, из которого сделаны предметы. Первый зал у нас парадный. Чтобы еще больше подчеркнуть эту атмосферу праздника, для которой, собственно, и создавались эти предметы. Когда-то они сверкали в свете фейерверков, свечей, украшали дома действительно своим блеском. И было решено заключить эти хрупкие предметы в особую витрину. Мы назвали ее «Феерия света» или «Праздник света». И витрина управляется с пульта, и посетитель может сам выбирать режимы и играть со стеклом, подсвечивая его самыми разными оттенками, слушая хрустальный звон, отвечая на вопросы и исследуя световым подсказкам. Что касается живописи в нашем музее, то ее нельзя впрямую назвать коллекцией именно художественной галереи, потому что живопись собиралась тоже по принципу редкости и диковин, и это вещи, которые создавались не по вдохновению, а на заказ, и они скорее иллюстрируют именно мировоззрение заказчиков, но и, конечно, очень своеобразную манеру письма провинциальных, не всегда профессиональных художников. И в парадном зале, соответственно, это именно портреты и пейзажи. В коллекции музея представлена очень интересная часть живописная – это посмертные портреты. Они в большей степени характерны для старообрядцев. Особое отношение к смерти, которое сложилось в 18-19 столетии, когда смерть была близка, когда смерть была частью даже, можно сказать, ежедневного обихода, она не так пугала и воспринималась скорее как просто уход от достаточно тяжелой земной жизни, переход в жизнь более покойную. Есть крайне интересные жанровые сценки типа
кончины Кутузова. И один из самых интригующих портретов – это портрет Торопецкой купчихи на смертном одре, где женщина изображена в своем праздничном, самом ярком наряде, скорее всего, свадебном наряде, в знаменитом Торопецком кокошнике, украшенном множеством жемчужных шишечек. И этот портрет напоминает о последних часах, минутах жизни девушки. Предметы собирались по принципу редкости, качества и диковинности, можно так сказать, потому что многие из этих предметов, например, уже утратили свое предназначение, нам часто оно непонятно, либо изначально эти предметы делались для розыгрыша или какого-то обмана. Коллекции керамики, большой пласт – это изделия самого известного керамического производства, заводов товарищества Матвея Сидоровича Кузнецова, которого называли фарфоровым королем, который выпускал 2/3 вообще всей керамики в империи, был поставщиком императорского двора. И у нас есть вещи как серийного производства, которые были доступны горожанам, мещанам, и в то же время вещи уникальные, выполненные на заказ в единичных экземплярах. Это, например, роскошные блюда, росписи которых выполнены по мотивам росписи Васнецова к пушкинской песне о вещем Олеге. Гусляры – это как раз вот одно из блюд по росписям Васнецова к песне о вещем Олеге, и это прям прямое заимствование с васнецовских росписей. А второе блюдо – это такой очень своеобразный коллаж, когда из деталей васнецовских росписей, в том числе, например, из росписи поминальной тризны по Олегу, получился боярский пир времен царя Алексея Михайловича. И есть предметы непосредственно из семьи Кузнецовых. Это два меню. Одно посвящено свадьбе сына Николая, а второе меню, это настоящие раритеты, посвящено оно серебряной свадьбе старшей четы Кузнецовых Матвея Сидоровича и его супруги Надежды. Коренной житель Егорьевска по маминой линии, а отец, он из Псковской губернии. Не знаю, мне кажется, люди коренные, не приезжие, между ними какое-то существует родство, и они понимают друг друга, чувствуют друг друга. Здесь очень все переплетено, очень много родственных связей. Все друг друга знают. Вообще-то считается, что здесь жил такой предприимчивый народ. Называют его и ушлым, и плутоватым. Но сами, по-моему, люди так себя не ассоциируют. Вообще это труд. Труженики – это хранители каких-то таких семейных традиций, нравственности, потому что все-таки в основном город и вообще село, оно было старобряческим, да, и здесь вот существовали какие-то свои устои, строгие достаточно. Здесь вот своя история, да, создания музея, потому что в 89-м году мы выбросили это полуразрушенное здание у тогда главы города, и пошел вот этот длительный путь возрождения этого больного, собственно, разрушающегося, заброшенного особняка. Глухие 90-е годы, это где-то 93-й, 94-й год, и ни интернета, ни, собственно, возможности часто куда-то выезжать не было, но был журнал «Советский музей», который регулярно приходил сюда. Да. И я, Наталья Николаевна, вот с Татьяной Николаевной Савинкиной, главный хранитель, они смотрели и находят какую-то картинку с музеем, и там автор Розенблюм Евгений Абрамович. Вот. А он академик, он первый член этого союза дизайнеров, он его организовал. Но известнейшая личность. И они берут и смело ему звонят.
Вернет и говорят: Евгений Абрамович, вот мы из Егорьевска. А он: да, а как вы меня нашли? А вот так, вот так. А нам нужен музей. Без какого-либо гонорара, без каких-то нормальных средств Евгений Абрамович, он взялся за проектирование. Он говорил, что обязательно надо понять культуру места. То есть он нащупывал вот это своеобразие, образ, лицо. А потом, значит, мы показали ему еще вот старообрядческие рукописные книги. И он сказал, что ну, это просто вот попадание в точку, потому что это именно те орнаменты, то русское барокко, которым орнаментировали местные певцы крюковые книги старообрядческие. И он сказал: я нашел вот этот вот образ и рисовал уже потом картоны. Сначала было полное непринятие всего этого, потому что ну, в нашем представлении было, что музейная среда должна быть нейтральной, да, экспонат должен говорить за себя. А он говорил, что, понимаете, эти предметы, они же создавались для праздника. Все, что вот вы мне показали, это человек делал для праздника. Да, праздник или в купеческом, в крестьянском, в дворянском доме. И эти вещи не жили сами по себе. Они были в атмосфере праздника. Играла музыка, оркестры, все это, фейерверки устраивались. Он говорил, что то же, что отличает человека от животного и вообще от животного мира, то, что он делает, совершенно бессмысленную и ну, непродуктивную работу. Он создает праздник. Сам музей делался довольно долго. Он с 91 года. Он открылся в 99 году. Вот 8 лет, получается, шла реставрация и отделка. Это же были годы, когда галопировала инфляция. И вот вы там в марте договариваетесь о какой-то сумме, в апреле она уже превращается в прах. Ну и, соответственно, все элементы, там, которые в оформлении присутствуют, это все делалось руками. То есть, допустим, из гипсокартона какие-то вырезались порталы на окна, наличники. Из гипса делался какой-то декор, обрамления всякие в русском стиле, веревочки там. И все это вот наклеивалось, потом расписывалось. Ну, в общем, все элементы делались вручную. Так, да, все правильно. И обратите внимание, штриховка следует за формой лепестка. Куда стремится лепесток, туда и штриховочка следует. Да? Смотрите. Здесь у нас в Гуслицах был второй по величине центр переписи книг крюкового пения. Самый крупный – это карельский ВГ. Второй – Гуслица, считается самой яркой красочной школой. И третий центр – малюсенький, белорусская ветка, деревенька под Белоруссию. Фамилии писцов, конечно, известны. Это были целые династии. Секреты мастерства, они передавались из поколения в поколение. Известны населенные пункты, где преобладал этот промысел. Но перелистывая вот эти книги из фондов, мне стало интересно, кто переписал конкретную книгу, имя автора. Но я не нашла. И у батюшки в старообрядческом храме я спросила, а почему же автор не оставил свой автограф, как оставляют художники свой росчерк, да, в уголке картины? Дату ставят и автограф. А батюшка сказал: дабы не возгордиться.